Меня полуголая. Полуголая. Вот ты как. Извините. Resident Evil. Зума или как там ее? Нет, Зума это как. Это пазл Бобл. У меня есть Кока-Кола, у тебя нет. Сука. Твоя мать. Мамаша. Мамка. Закройся. Блин, охренительное чувство. О боже. Сейчас легнет тебя. О боже. Очень хорошо. И при этом надо еще друг другу. Надо на меня смотреть. На меня смотреть. Это была тренировка? В смысле? Спасибо за помощь. Я даю лучше. Кстати, я не знаю почему. Может, два взять? Я сейчас приготовились. Внимание. Закрученная пуля. Так тебе. Я не правильно стою. Замереть там, наверное, что-нибудь такое. Начали. Ой, правда, замереть надо было. Че? Ты че, обосрёшься сам? Блин! Искусство. Красивая картинка. А это то, что находится за кадром. Привет, с вами Ами, и я нахожусь в Испании, на крыше, на окраине города. Меня забыли, закрыли. Вчера был мальчишник. Ну что ты смотришь на меня? Как барану новые ворота. Что говорит? Почему ты такая? Шутка. Хапа. Обнимашки. Обнимашки. Она мне в кахарпах.
В этот раз она залезла в карман. Смотрите, типа с друзьями. Типа с друзьями, типа по улице гуляем. Что-то невероятное. Это дом явно какого-то очень раннего века, 19-й. Здесь очень маленькие комнаты. Это мансарда. И здесь офигительные лестницы. Но все отремонтировано и очень здорово. Мы приехали. Отель весь в темноте. На улице ночь. Рядом церковь. Звоню китайцу, который не разговаривает по-английски. Он умеет шепелявить и говорит очень-очень тихо и медленно. И такой мне говорит: найди коробку от ключей, она серого цвета. В отеле ведет несколько дверей. На одной из них действительно коробка висит. И, собственно, он диктует код. Код неправильный. Оказывается, он произносил его справа налево, а не слева направо, как мы привыкли. В общем, мы поиграли в квест в реальности. И получили ключи. Я сейчас нахожусь в огромной зоне ярмарки. Тут очень много всего. На самом деле я не понимаю, в чем прикол, потому что в основном здесь 90% то, что можно купить на Али. Ну и, конечно, здесь есть официальные представители. И да, я уже купила всякого. В прошлом году я была в Кёльне на Gamescom и ничего себе не купила. В этом году я же, отстояв небольшую очередь, купила себе почемару. Еее, крошка. Есть везде бесплатный Wi-Fi. До чего техника дошла. Так вот, поэтому я удалила все офлайн-карты и проехала на трамвае лишнюю остановку, чтобы прогуляться. Но почему-то сейчас этот Wi-Fi не ловит. Поэтому я совершенно не представляю, где я. Зато посмотрите, какая идиллия вокруг. Viva.
Просто гений ориентирования на местности. Я нашла свой отель. Вот так вот, просто так, нахрапом. Без карты и прочего. Я даже не знала, где он находится. Вот это вот зелёно-белое чудо. Это моё. Нет, не мужчина с мусоркой. В целом, я не так сильно устала. Поэтому я взяла с собой бутерброд и водичку. И решила погулять по городу и показать. Что же делать ночью в самом центре Кёльна? Конечно же, ловить покемонов. Отсюда ни хрена не видно, но вон там летит самолет, на котором растяжка Far Cry 5. О, видно, 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 видно. Gamescom окончен, и я иду отдыхать. Буду просто сидеть и есть. Обожаю Кёльн. Ein Euro kostet das und noch ein Euro. Das sind 2 Euro schon. Also wirklich ist es für guten Zweck, ist es für mich. Wirklich? Er ja, muss nein, das alles seiner Frau bald wirklich abgeben. Ich bin bald verheiratet, ich habe bald keine Kohle mehr. Hi. Schau mal in die Kamera, ne? Achso, also. Okay. YouTube. Я сегодня с утра поехала за документами. Ну как с утра? В час дня. И узнала, что день города сегодня в Москве, поэтому улицы перекрыты. И мы топаем пешком куда-то в центр. Ей. Утро. Окей, это самый необычный кран, который я когда-либо видела. Что? Как вообще? Чё? Я ударилась. Да, они так... Главное, не коленками. А мне коленками надо... Коленками, что?